На центральной площади города владивостокцы отпраздновали День народного единства. Танцевальные коллективы Приморья закружили гостей в хороводе дружбы, юные патриоты развернули большой российский триколор. Губернатор региона поздравил жителей края и подчеркнул, что в Приморье в мире и соседстве живут 140 национальностей. Сегодня, 4 ноября, мы вспоминаем далекий 1612 год, когда народное ополчение под руководством Кузьми Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских захватчиков. Эта победа поистине стала народной. И вот уже почти 20 лет День народного единства является государственным праздником в честь единства и сплоченности нашей многонациональной страны. На площади работали различные стенды, которые отражали многообразие народов России. Гости праздника играли в национальные игры, принимали участие в творческих мастер-классах, а также можно было приобрести национальные изделия ручной работы. Была представлена и патриотическая зона, где можно было попробовать себя в плетении маскировочных сетей. На протяжении дня на сцене выступали творческие коллективы края. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.